пыльной Москве старый дом, два витражных окошка. Он был построен в какой-то там 17 век. Рядом жила ослепительно черная кошка. Кошка, которую очень любил человек. Нет, не друзья. Кошка просто его замечала, чуточку щурилась, будто смотрела на свет. Сердце стучало. Ах, как ее сердце мурчало! Если при встрече, он тихо шептал ей: «Привет!» Нет, не друзья! Кошка просто ему позволяла гладить себя, на колени садилась сама. В парке однажды она с человеком гуляла. Вдруг он упал. Ну а кошка сошла вдруг с ума. Выла соседка, сирена, неслась неотложка. Что же такое творилось у всех в голове? Кошка молчала. Она не была его кошкой. Просто так вышло, что то был ее человек. Кошка ждала. Не спала, не пила и не ела. Кротко ждала, когда в окнах появится свет. Просто сидела. И даже слегка посидела. Он ведь вернется и скажет ей тихо: «Привет!» В пыльной Москве старый дом, в два витражных окошка. -7 жизней и -1 век. Он улыбнулся. «Ты правда ждала меня, кошка?» «Кошки не ждут, глупый, глупый ты мой человек».